Всем привет! Всем привет! Всем привет! С вами ArxPlay. ArxPlay, то есть. В лицо мне наплюй. Hi guys! I'm Джакира Пикер. Free solo! А, он хочет соло за Джакиру? Хорошо. Давайте, в принципе, я могу дать ему. Я, видите, опять... Это у нас летсплей, само собой, вы уже поняли название. Пока я не знаю, на кого делать, но возможно, если он хочет соло, можно подумать насчет Акса. Акс тоже очень-очень интересный герой. В отличие от того же героя, в прошлый раз я делал летсплей, да, довольно хороший получился летсплей. Легион Командер, да? Она, видите, она в чем-то уязвима. Видите, да? То есть я делал летсплей на Легион Командера, вот она. То есть игра до сих пор осталась. То есть я после этого даже больше не играл. Сейчас я делаю сразу же второй летсплей. Так вот, Легион Командера, видите, легко там убивает 5 на 1. Но у Акса там есть броня и хорошие скиллы, агр хороший. Ему тоже отлично собирать всякие там блэдмейлы. Особенно, кстати, Легион Командера контрит Акс очень сильно. То есть он прыгает, агрит, блэдмейл врубает. И Легион Командер всей своей огромной атакой сама себя бьет. Он хочет соло. А игру джунгли. Колебали, уже все определили, кто куда. Ну давайте, пойдем по нашим красавцам. Ах, сабоу! Я пошел в джунглы. Джунглы. Надо подумать, как бы нам сделать. Я вот давно тоже не играл. Как давно не играл? Играл недавно, но надо продумать, как в лесу хорошо пофармить. Потому что, видите, например, у Легион Командера у нее есть лайфстил, правильно? А у него нету. Ио, ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Раньше покупали Аксу, я помню, два щитка, но мы этого делать не будем. Ну, как-то так давай сделайте. No carry. Ну так пикай carry, идиот. У нас вон саппортов полно уже. Минимум один, еще один полусаппорт. Инициатор, скорпион. Скорпион, получается, полусаппорт, инициатор. Все, ты ливануло говно, да? Пока! Так, самое главное, опять же, мы должны собрать первым итемом даггер. То есть... Начало будет чем-то похоже на прошлую игру, но само собой герой совершенно другой, да. То есть игра будет совершенно другая. Легион Командер там было главное с помощью ульты, чтобы кто-нибудь умер, да, и мы в итоге получили атаку. А Ак совершенно другой, здесь самое главное танковать. То есть влетать за место, чтобы ваши союзники вам помогали. У Акса великолепная ульта, я помню, в свое время она стоила маны, да. Потом добавили такую тему, если ты убиваешь с помощью ульты, то мана не тратится. Офигенная тема. Как я понял, на топ никто не хочет идти, да? Чего, будем ждать это говно? Ну и как обычно, какая-то мразь сливает. Как обычно. Мне вот интересно, хватит ли нам хилки, вот это интересно, на все это дело. Чтобы нафармить на даггер. Тоже, да, Аксу тоже отлично пойдет дангер. Опять же, высыплять кого-нибудь и с ульты убивать. Вот я говорю, я вот Акса в первую очередь обожаю именно за его ульту. Ульты. Она просто такая шикарная, такая анимация красивая. Ну и мы с вами вместе ждем, когда выпустят обновление на основном клиенте, да? И поиграем новыми героями. Не новыми героями, в смысле, а посмотрим обновление. Поиграем. Там будут новые способности, насколько я помню, то есть измененные. По-моему, у Блуд Секира изменят второй скилл, по-моему, который там пассивка, где он, регенится от жралки. Или вообще переделают скилл, или анимацию изменят. Кстати, Джакира, видите, хочет соло. Такой первый раз вижу. Видимо, что-то он задумал неладно. У нас одно говно, видите, ничего не пикает. Ну, инвалид, что сказать. Также мы сделаем вот так и вот так. Ой, в итоге он пикнул воина. А, ну в принципе пойдет. Все, ждем 30-ю секунду.
скоро у меня спадет мут. А нет, не скоро, забудьте. Я пошутил. Айм, ну это нуб воин, ну это было очевидно. Кто сомневался-то? Ладно, 28, 29, 30, let's go! Тугонький тавр. Вот это, в принципе, можно попробовать. Давайте сразу пойдем возьмем щиток. Опа. Ну видите, вот нету лайфстила, ну нету. Это, конечно, большой минус. Покупать ему топорик смысла я не вижу, потому что практически с руки он ничего не наносит. Самое главное, третий скилл, чтобы срабатывал. Вот так вот. Все, появился у нас ангар, это хорошо. Он дает нам брони. Очень много брони, 40, видите, на короткое время. Их тоже можно агрить, смотрите, видите? Хотя у них иммунитет, но они агрятся. Ой, не то нажал. О, против медузы стоит. Кстати, мы не будем играть через горелку, да, потому что я собираю в первую очередь танка, и только танка. На, мразь. Ну, будем надеяться, что я все правильно сделаю, нам хватит хилки. Ну, не хватит, пойдем на базу, что делает. Нормально, по щам дали. Будем делать акцент на третий скилл. Потому что он будет у нас много урона наносить. Как больно-то ему, а. На, мразь. Видите, да, как пробивает? Нормально. Вот еле-еле выжил. Да, все, пора банк купить. Чмо. На, по щам, говно. Так, все, пятихатку мы нафармили. Идем дальше. Здесь то же самое параша. Тоже продамажите меня больно, да? На, мразь, на. Давай, Акс. Давай, братюня, живи. Вроде жив. Сейчас будет красно. Нет, нормально. Вот такие крипы мне нравятся. Вот это хорошие крипы. Их легко, в принципе, убивать. Все, кого-то уже обоссали. А, Джекира, которая соло. Соло Джекира. Ну, вы поняли, да? Так, у них... Смотрим опять, чтобы у них не было Будсикира. Нормально, вроде жив. Да, больно, больно, больно. Ну все, в принципе, уже можно будет сбегать сейчас на базу, наверное. О, я сбил. А, нет, нормально. Давайте попробуем на эретик убить еще. Просто попробуем. Давай, братюня. Так, Джекира второй раз сдохла. Ну, соло Джекира, что еще сказать. Это норма, абсолютная норма. Ну вы поняли, я думаю, да? Просто мразь конченая. Конченая мразь. Ладно, пойдемте сбегаем на базу быстренько. Как тебе, Сол? Остается говно? В любом случае, Акс это такой герой, который может полностью всю игру изменить, перевернуть, да? То есть даже если вот ваши союзники фидят, там, донны, все равно Акс может что-нибудь придумать хорошее. Самое главное нам сейчас... Давайте опять купим хилки. Нафармить та, это даггер, да? Я надеюсь, что сейчас получится у нас этого захода. Тем более у нас скиллы появились. Нафармить даггер нужно и уже идти в замесах участвовать. Все. А потом соберем Бладмейл и все их керри, да, всякие алхимики будут сами себя бить. Также у нас есть агро, мы сможем из инвиза это говно вытаскивать. Так, здесь я был, по-моему, да? Вот это неприятные крипы. О, вот я сейчас много просру хп на них, а. Братюнь, крутись, крутись как никогда. В этой жизни нужно крутиться, давай. Вот, давайте вспомним, когда я играл за Легион Командера, да? Там мы собрали на 8 минуте 40 секунд, я даже сейчас помню. Третий раз сдох от Джекира. Молодец. Красавчик. А, help говорит. Я соло, теперь он говорит help. Ладно, понятно. Ну чмо. Просто это я называю таких людей гнойным чмом. Просто гнойное чмо, не более. Хотя, может быть, у него своя цель была пофидить. Он, в принципе, ее выполнил. Так, мне интересно, мы успеем до 8 минуты собрать даггер? Он бы вообще был успеть его собрать когда-нибудь? Так, сюда мы можем пойти. Кентавр, нет?
Кентавр, да. Давай, братюня. Самое главное, чтобы нас при ганге не убили. Ну все, мы всю хилку просрали, короче. А, вот это стан! Хорош, хорош! Ну вы поняли, да? Сразу видно скилл. Ха-ха! Просто забейте, просто забейте. Так, давайте еще сейчас пофармим. Шестая минута. Ну, мы, конечно, не успеем. Ну, блин, а. Фигово идет фарм. Фигово. Оп, оп, оп. Так, давай пятерку. Давай 5-0. Ну, нормально. В принципе, это стандартная ситуация. Абсолютно стандартная игра. Напомню вам, что прошлая игра была то же самое абсолютно. Также нулище фидели в говно и так далее. Все то же самое было. Но прошлую игру мы перевернули. И, видимо, опять придется нам это делать. Скорпион, мы и скилл его видели. Он даже не может прямо стан дать. Это вообще забейте. Джакира, которая кричала 15 раз, я пойду соло. Мы видели Джакира 0-3. Вот Джакира соло. Сейчас опять ее убьют. Ну давай, давай. Первый скилл. Молодец. Видели, первый скилл дала красиво. Ну, я не удивлен. Седьмая минута. Долго, долго, долго. Че дебилы эти делают? Они вдвоем это фармят точки в лесу. Красавцы. Красавцы, че я скажу, красавцы. Ну давайте, сейчас будем получать стараться шестой левел. Самое главное, даггер сраный собрать. У мата когда сделали, чтобы даггер, да, не отнимал ману. А раньше же он стоил ману еще. И сколько стоил, я не помню, по-моему, 140 стоил или 75, я не помню. Но это все равно был геморрой, конечно. То есть я приходилось тратить еще на даггер ману. Так, ты сдохла, говно? Ну ты сдохла. Да. Это норма. О, смотрите, они еще ко мне пойдут. Нет? Ко мне давайте, ко мне. 4, 3, 2. Ладно, не будем отвлекаться, нет смысла, сейчас еще подохнем. Ну, кажется, это задача. 3 на миду, ну и что ты предлагаешь? Ну давай, стой АФК тогда. Так, одна пошла на топ. Скоро соберем уже, давай, давай, даггер. Ну, кстати, смотрите, почти собрали так же быстро, почти. Как и та, смотрите, та была на 8-40. В принципе, я бы почти бы успел. Кстати, ко мне могла эта дура пойти. Нет, нормально вроде. О, да, смотрите, почти в одно время собрали. Так что нормально, все, это хорошо. Это хорошо. Ну, как обычно, покупаем даггер и ТП-шку, и все, больше мне ничего не надо от вас. Давай, чувак, давай. Все, даггер есть, осталось ТП. Нормально, все. Качаем опять третий скилл. Нормально. Ну что ж, смотрите, да? Отлично, я не думал, что мы так быстро нафармим. То есть, получается, мы за Легион Командера нафармили на 8 минуте 40. И здесь, в принципе, 8 минута 50 было. Так, наша любимая Джакира 0-4. К сожалению, у меня репорта нету. Я бы кинул, честно, но нету. Потому что это чмо. Это просто чмо гнойное, не более. Просто чмо. Так, давайте пойдем тогда ганганем. Гоу, 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 ганга стайл. Ну, пошли. Пау! Ну-ка, ты говно, чё? Блин, мне бы сейчас инвиз. Нету инвиза, чувак. Чёрт, а ну что за бред? Сбила ТП мне, мразь. Да пошли нахрен, ДЦПшники. Спасибо за купол, чмо. Конченый кусок говна. Хочется обматерить, но на видео нельзя материться. Ну вы видели, да?
Бегает эта мразь куполом, не можешь поставить купол. Прикиньте, ДЦП. Да. Опять же, как и в игре, да, за это он. За Legion Commander опять говорю, что ваша тима будет нулевая 100%. Про тиму забудьте, вы будете играть соло 1 на 5. У нас был единственный кэрри, но он полное чмо. Донное, санное чмо. Поэтому на него надежды ноль. Надежда только на нас. Чтобы я убивал с помощью Войдмейла. Опа, 0.5. Молодец. Давай, братья, пукс. 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 Так, 7-1. Спасибо Аксу за один килл. Молодец. Ну а кто же еще? Так, у нас внизу абсолютный фрифарм плюс фит. Отлично. Опять спасибо, Джакири. Ульта есть? Давай, давай, все, что есть, кидай, дура. Ну, на, мразь. Опять спасибо Аксу. Тримит? Ливай, говно, если у тебя тримит. Ты же инвалид. Так, о. О, смотри. Окей, пойдем. Дабл килл. Молодец, хороший стан, чмо нулевое. Красавчик. Ну что ж, я все равно надеюсь, что когда-нибудь это чмо гнойное, бесполезное, даст тан. Ну я надеюсь, да? Кусок инвалида. Ну и опять. 8-3 стата, 3 килла у Акса. Да. Честно, я даже не знаю, радоваться здесь или что нужно делать. Почему я должен все время один все делать? Почему у меня 4... Ну материться нельзя, к сожалению. Ладно, все. Давайте соберемся. Профессионализм. 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 Вот и все, это единственный ответ. Даже с 4 нулями, абсолютно нулевыми выродками мы что-то можем делать. Просто нулевыми. Как ты мид постоял, нормалек? Много ты нафармил, да? О, травела уже. Ох ты, фаст травела. Я даггер в лесу нафармил 2000 уже, сколько, 4 минуты назад. У него фастера была. Ну-ка, пошли ты, говно. А, ты же бесполезное чмо, я забыл. Ты же бесполезное чмо. Так что сразу говорю, скорее всего, опять у нас будет лучшая стата, как обычно. И что, поможет кто-нибудь? Нет, не помогли. Да пошла нахрен, дура тупая. Давай, взрывайся, чмо. Жалко, у меня нету маны. Очень жалко. Пошла нахрен, дура, инвалидка. Нахрен пошла, чмошница. Прикиньте, это чмо мне еще и мигает. Кусок инвалида обоссанного. Ни разу за игру не попал станом, еще мне смеет мигать. Ладно, все, собираем. Будет мейл, обязательно будет мейл. То есть алхимика мы просто будем выносить в говно. Кидаю, я обязательно мут всей тиме кидаю, чтобы я знал, что это выродки, реально. Но я уже говорил, да? То есть, здесь же есть описание, что. Вот, видите, если стоит красная лампочка, то это ссаное днище нулевое выродок. Вот я поставил лампочки. Чтобы потом, когда я встречу таких, чтобы я знал, стоит мне там потеть, играть или нет, или просто пофидить. Вышку будем добивать сегодня? Опа. 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 Молодец. Видели ДЦП. О-о-о. Пока, детка моя. До свидания. Так, ну где у нас алхимик фрифармит, а? Ну нужно его наказать, пойдем накажем. Пойдемте накажем алхимика, ублюдка.
Но у нас нету дамага. У нас кэри нету. Есть обоссанный вой, который ни разу купол не поставил нормально. Вообще ни разу не ставил купол, и все. Ну, больше некого. Поэтому нужен Бладмейл. Чтобы алхимик сам себя бил. Так, что-то здесь неладное. Что? Root of Atos? У него маны нету. У него нету маны. Просто забейте. Просто чмо. Сдохни, мразь. Пошла нахрен, конченая тварь. Пускай подыхает. Кусок инвалида. Фу, вообще бесполезный. Просто бесполезный. Он ливанет, я даже не замечу, я вам отвечаю. Это абсолютно бесполезная мразь. 4 килла в тиме опять мои, смотрите. Да. Ну, вниз мы не пойдем, то никто нам не поможет. Она вообще некуда идти, нам никто нигде не поможет. Можно пойти на топ. Опа. Опа, крутись еще раз. Нет, нет, недалеко. Хотя, подожди, могу попробовать. Давай, 3, 2, 1. Нормально, рассчитал. Чмо боссаное, сдохни. 5-0, вы представляете, да? Какой боевой дух? 0-2, 0-6, 0-1, 0-1. А, да. Я даже знаю, как видео назвать. 4 нулевки. Или игра 1 на 5. Вот я назову игра 1 на 5. Эх, жалко, конечно, такие игры. Очень жалко. Реально, да, я сейчас просто потею. Ну, не в прямом смысле, что у меня пот, нет. А при том, что я стараюсь, что-то мучаюсь. И при этом Тима просто нулевая, ей насрать. Они сидят там, спокойно ногу на ногу положили. Ладно, давайте соберемся. В любом случае, мы не сдаемся. Я не собираюсь сдаваться, нет, никогда. Я русский человек, я никогда не сдамся. Давай, пошли. Купол ты поставишь? Чмо. Жалко, у меня чат не работает. Сейчас бы так бы обосрал бы. Ой, вы не представляете. Прикиньте, взять Войда, ни разу купол не поставить. Прикиньте, какой инвалид. Это, я говорю, это группа уже инвалидности. Ой, большая, наверное, первая группа инвалидности у него. Отрубила руки, там ноги отрубила. Чмо конченое. И он фармит, да? Я ДЦП. Я ДЦП, я пофармлю, давай, я ДЦП. И чё, и долго ты будешь фармить, выродок? Ты мне расскажи, долго? Знаете, я когда вот играл на Войде, у меня почему-то статы были по 15-2 там, да? Почему это интересно? А может потому, что я с самого начала убивал всех, нет? Подыхай, говно, бесполезное. О, первый купаленок. Опа, минус один. Минус два. Эй, чмо, ты идешь ко мне в гости? Минус три. Ну, не все мне киллы дали. Давай, чмо, пошли. Не, мы не заканчиваем. Нет, мы будем до конца, сейчас ультанет. Молодцы, все. Вот так вот. И все, у нас появился Бладмейл. И мы идем обратно. Вот так вот играет Акс. Но все равно, я говорю, видите, с одной стороны, да, я убиваю, там хорошая стата, нужно нравиться, нужно радоваться, да? Но почему я сейчас сижу, ворчу? Да потому что это не игра, понимаете? Это не игра, это вот как игра в одни ворота. И это тоже будет вам уроком, да? Если вы нулевой, просто удалите сраную доту. Если вы пришли играть, так играйте, понимаете? Играйте. Просто играйте, а не так 1-2, 0-6, 0-1, 1-1. В любом случае, я еще раз говорю, что я не сдамся в любом случае. Даже если Тима будет фить, мы в любом случае будем играть до конца. А, кстати, это не лофт-приоритет, да, я... и прошлый гайд тоже снимал, там не было лофт-приоритета, я его быстро сбросил. Кстати, совет, у кого есть лофт-приоритет, смотрите, когда вы играете в какую-то игру, да, вам нужно, например, сыграть 6 игр. Сейчас я попью, секунду. Вам, например, нужно сыграть 6 игр.
Вы начали там играть в игру, и кто-то ливанул. Не ливайте сами. Даже если у вас ливанули 4 человека из тима, играйте до конца, чтобы вам засчитали игру. Если вы ливанете, то вам не засчитают эту игру на лов приоритете, вам придется заново новую играть. Вот он мой весь совет. Первый скилл, ой, второй скилл мы вообще не будем трогать, нафиг не усрался, но... У нас теперь есть Voidmail! Поздравляю. О, пофармил. Так, варды нужны. Видите, еще плюс в том, да, когда вот так ты играешь, например, начинаешь более-менее тащить, да, ты вселяешь какую-то надежду в Тиму. Ну, пойдемте, подеремся, мужики, пошли. Эй, ну, чувак. Ну, чувак. А я забью ее или то? Нет, не сбил, блин. Ну, я не знал, смогу сбить или нет. Ладно, буду знать теперь. Просто у некоторых, например, у Магины, да, когда ты ультуешь, он сбивает ТП, а у нас, видите, не сбивает. Будем знать. А, и что же мы будем дальше собирать, вы думаете? А я вам скажу, что. Этот арт я никогда не увидел этого героя, никогда не видел, пока сам не собрал. Угадайте, что это за арт? Нет, не Тараска, это будут Бутстоны. Великолепный арт. Я когда собрал, знаете, я понял, там такой потенциал нереально огромный. Во-первых, мы нашему танку собираем ХП, большое количество ХП. Во-вторых, у нас есть возможность суицида. В-третьих, мы танк быстро перерождаемся, да, и мы можем дефать базу. И в-четвертых, когда нас танка убивают, когда нас убивают, да, мы хилим окружающих нас союзников. 4 плюса от одного арта. Варды, 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 поставь. Так, ну что ж. Я уже немного охрип из этого ворчания, честно. Так, где наша вся Тима? Мне нужна Тима. Уходи, уходи. Вот ты идиот, а. Нет, 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 назад, назад. Самое главное, да, нужно оценивать обстановку. Их трое, мне сейчас смысла нету на них прыгать. Ну я ее не убью, так она у нее атака слабая. Пока, дура. Пиши письма. Ага. Еще будет? Ну не забывайте, что мы не кэрри, понимаете? В этом-то вся проблема, что мы не можем убивать чисто с дамага. Не можем. Но в любом случае, что мы безусловно очень полезны для Тимы. Персонаж очень полезный. Что он делает? Что ж такая неугомонная дура? Тварь тупая. Че, еще раз? Ха-ха. Ну, такие у нас развлечения. И само собой, ни один тиммейт не поможет, ни один. Если бы мы собрали, кстати, этот Аганим, да? Вот мы бы тогда убили бы ее. Что Аганим, он увеличивает порог убийства. Все, у нас сейчас 1400 хп, только начало. Мы сейчас будем собираться в жир. Так, 1000 голды. Начинаем мы, само собой, будем начинать с поинт бустера. С поинт бустера. Пойнт-бустер! С него мы начнем. Ладно, давайте сейчас я передохну, помолчу немножко, а то я хрип уже. Так. Кстати, к чему это пришло? Чувак, я тебя не могу спасти никак. О, как красиво! Ха-ха, лол. Не по таймингу.
Я уже говорил, да, когда играет инвокер, что мы можем с помощью первого скилла его из инвиза вытаскивать. Но нужно прочитать, где он будет. Пошли, давай, братюня, пойдем, пойдем, пойдем. Красавчик. Ну, это лучший, лучший СК, который только видел. Да господи Иисусе, да убей же это говно уши. Мне опять... А, алхимик, видите, сбил меня, вонючий дагер. Колебал он уже, чмо. Еще раз. Давай, братюня, пойдем. Блин, рановато включил, ну ладно. Ну чмо, дура. Да ты ж нулевая. Что ты хочешь? Ты ж нулевая. Давай, тварь, иди ко мне. Пока, дура. Вау! Я пошел. Пока. Прикиньте, алхимик что собрал. Я уже говорил. Прикиньте, Артос. Какое ДЦП это вообще, мне слов нет. Какое ДЦП? Мана нужна, мана, МП. Дайте мне МП. Так. Давай, говно. На, чмо. Все, все, я пошел, пока. Опа, пока, пока, пока. Маны, 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 маны. Блин, нету маны. Вот, чуваки, смотри, смотри, смотри. А, все, убил. 1000 голды. Все, я пошел. Пошли назад, все, гоу. Сейчас все, тима разухарилась. Я еще раз говорю, это пример, да, такое часто бывает. Когда ваша тима сливается в начале, да, но вы один пытаетесь тащить. И бывает такой переломный момент, когда они видят, что вы тащите, да? Такой не первый раз, конечно, много раз такое было. Когда они видят, что вы тащите, они тоже начинают играть потом. Это тоже важно, учтите это. Давайте возьмем хп, 2000, нормально. Пойдемте отрегенимся. Пойдет. Акс, акс, акс. Акс вообще идет против всех героев. Ну, просто против всех. Нет такого пика, против которого Акс бы плохо шел. Не. Особенно Блэдмейл. Не забывайте, что Блэдмейл может и какие-нибудь скиллы отбивать. Например, ульту Леона. Да куча примеров. Ну, герой, игру, я обожаю его именно за ульты. Мы сейчас будем собирать Бутстон, и потом будем собирать ему Аганим. На атаку никогда Аксу ничего не собираете. Это не дамагер, понимаете? Он не дамагер. Ну, здесь еды-то вкусная, а. Давай, братюня, давай. Блин, ну как же далеко-то? Эй, ты дура. Бичиха. Опа. Ну, конечно, тяжело будет ее так побить. А, ну нет. Ну чему? А, так это наш был, я думал, не наш. Нормально. Ну, ульту, правда, просрали. Ну, посрать. Давай, давай, бей, бей это говно. Чем мы будем церемониться? Просто сносим и все. 500. Так, нам бы сейчас еще 1000 нафармить. Пойдемте пофармим, порегенимся. У нас регена нет вообще. Есть инвиз. Да, скоро будет у нас реген уже. ВГ. Я раньше покупал ему ВГ. Но сейчас что-то я, честно говоря, смысла уже не вижу ВГ. Гораздо будет эффективнее собрать Блэдмейл, который даст нам брони и шипы даст. Ну, в смысле, отдачу урона, да? И собрать ему бутстона, и все, больше ему ничего не нужно. Так, прыгать я что-то не хочу, хп у меня говно. Сколько нужно? 1000? Пойдем, пойдем. Да господи, я промахнулся опять. Давай, братюня. О, засейвил, спасибо, спасибо, братиш. Ну! Да что ж ты за мразь, а?
Ну видите, все сбивает дагер. Все сбивает дагер. Все, нет у меня маны. Нету маны, маны нету. Ладно, я пошел. Мы как инвалиды. Вот реально, как просто инвалид. О, появилась мана, отлично. Так, минусанули говно. Пошли, братюня, пойдем. Ну давай, говно, подеремся. Нет, нет, уходи. Живи, детка. Ладно, все, наконец-то мы купили себе ТП. Бесплатное ТП на базу. Фух. Тоже не нужно стараться, чтобы вас прям ни разу не убивали. Это все бред. Просто стараемся выживать. Ну, убили нас разок, ничего страшного. Наконец-то. Тем более, мы сейчас ходим в магазин. Вот просто надо было уходить. Я вот знал, надо было уходить. Потому что не было маны. Не, у химика там вообще, он просто нулевый. Просто нулевый. То есть у него шансов нет вообще. Нету шансов у него. Да первый скилл кинь, все, первый скилл, ДЦП. Во. ДЦП кинул первый скилл. И уходи спокойненько. Все, вся игра. Давайте уже щиток продадим. И пойдем сюда. Купим еще. Нет, не будем покупать ТП. Так, первая часть собрана. Отлично. Пойдем, пойдем, пойдем. Я готов прыгнуть в любой момент. Главное, чтобы было кто будет бить. Это дауны, видите, они фармят, да, правильно. Лучше я пофармлю ДСП. Так, минусанул говно. О, какая у нас детка. Давай, давай, братюня, пошли. Нет, 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 больно, подожди. Давай, ТП, ну, прыжок будет. Ну, почти, почти пробил. Теперь эту дуру, а. Давай, детка, пошли. Нормально, пробьемся. Вонючая связка. Пошла в жопу, мразь. Позатыльник, да, у бичихи. Рановато, да, рановато. До этого я кинул ульту. Ну, бывает, да, бывает, не можешь рассчитать немножечко. Козу вообще сложновато, конечно, убивать. Вот реально, из-за замедления и так далее. Ну, ничего страшного, прорвемся. Давайте мы сейчас купим реген. И все, скоро у нас будет арт. Пошли это говно снесем. Все, 2100 хп. Убейте моего Акса, нормально. Это только начало, потом еще ганим будет, тоже хп даст. Ну-ка, ну-ка, дагер, дагер, давай, братюня. Ой, все, минусанули лоха. Ну вот видите, еще это чему сжигает ману, ну о чем я говорю? Все против нас, ну что ж такое? Во, отлично, все, бутстона у нас есть. Все, давайте, до свидания. До свидания. Теперь уже, я думаю, очевидно, что мы уже тащим. Да, да, да. И только потому, что вот я за Акса начал тащить, только поэтому. Так бы мы по-любому слились. Тяжело, видите, убивать эту дуру. Давай, братюня, пошли. Мой дагер-шмагер, помоги мне. Так, выцепляем, выцепляем цель. Любые дамагеры, да, мы будем ихним антигероем. Любого дамагера. Пока говно. О, красавцы, ох. Они такие жесткие, я бы сказал. О, красавцы, а. О, красавчики какие. Злые. Все, идем ваганим.
Не, но соло прыгать смысла нет, конечно. Тем более этого бомжа дамаги вообще нету. 130 урона, 130, как у меня. Ну, он какое-то говно собрал. Root of Arthos, прикиньте. Не знаю. Так, ну чё, драка, рака в голову или чё? Так будем бегать. Так, здесь может кто-нибудь сидит, подождите, сейчас я прочекаю. О, ну пойдем это говно убьем. О, привет, братиша, я тебя покушать принес. Сложно, видите, его убивать, да магии у меня нету никакой. О, как больно сейчас будет, ой, как больно. Ну давай. Ну вот, братюша, братиша, живи. Нормально. Увидели, как я долго, да? Как долго я все это делал. Давай. Окей, все. Пошел. Я пошел. Пока! Пока! Сейчас я сделаю так, смотрите. Разворот. Давай, ну мой, мой. Ну, говно тупое. Взял со стиля у меня. Вы видели, да? Эта инвалидка, она в воздухе повисла. А-ха-ха-ха. Вот это называется танк. Вы сами все видели. Меня били полчаса. Нормально, затанковал. Все, идем дальше, собираем говно. Видите, Тима начинает за вами ухаживать, потому что вы тащите. Только поэтому. Так бы всем было посрать. 2500. Надо больше, больше хп. Больше, больше хп. 2200. Блин, даже это говно меня догоняет. Так, 1700, 1300, 1400, нормально. У нас сейчас больше всех. Так, а кто их сагрил? Странно. Опа, на. Еще скорость, смотри, какая хорошая скорость. Он скорость дает? Нет, странно. Ну да, тяжело, видите, убить это говно. Нужна чья-то помощь. Но я говорил, да, что мы чисто танк. Мы танк. Пойдемте, я готов прыгнуть в любой момент. Ах, далеко. Далеко, далеко. Далеко. Ну, сделайте уже дальность больше для даггеров. Реально, ну не допрыгиваю я. Я бы в любом случае не допрыгнул, никак. Я далеко стоял, потому что... Далеко. Крипули, пойдемте, пойдемте, подеремся. Тревела купил, прикиньте, ДЦП. А, забейте. Здесь Войт вообще ничего не сделал в этой игре, вообще ничего. Пук, пук. А, у нас уже 11 зарядов, это очень хорошо. Очень хорошо. То есть, будет такая ситуация, что нас убьют, мы моментально возродимся. Так, давай, братюня, пошли. Смотрите, как он бежит, вы видите это? Так, давай, братиша, давай. Ну давай. Ах ты чмо, а? Ну иди сюда, говно, иди сюда. Как же мне больно-то, как больно. Больно мне, больно. Так, ждем, ждем. Все в меня, конечно. Ульты, к сожалению, у нас нету. Бей меня, говно, бей, ты сдохло. Веселье, веселье кураж называется. Ну-ка, похильте меня, чуваки. Опять меня что-то бьют, все бьют, меня бьют. Осталась коза тупая, да? Ну давайте побьем. Нормально, прорвемся. И потихонечку собирается Аганим. Аганим, кстати, очень хорошо идет, я уже говорил, да. Он увеличивает порог и уменьшает КД ульты. То есть вы практически уже будете с 1/3 хп убивать. Сюда, 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 сюда.
Пожалуйста, ну не надо, пожалуйста. Да господи, опять сбили моё. Дай мне ультануть. Да. Да-да-да. Ну, в любом случае, самое главное, что мы победили. Как ни странно. Хотя можно было, конечно, сдаться. Смотрите, опять, видите, мне постоянно дагер сбивается за этих ублюдков. Постоянно. Опять дагер сбит. Ну, то из этого алхимика и ДЦПшного. Чё, полезем, не полезем? Полезем, не полезем, я думаю. Так, нам бы сейчас собрать Аганим, я думаю, бы быстренько закончить его. 800. Хотя мы сможем с их базы забрать. Давай, бей меня, говно. Най, почти. Ну что ж такое-то? Рано, рано, рано. Давайте, давайте, пойдем сейчас заберем наш Аганим. Я могу сейчас пойти его забрать? Меня никто бить не будет. Дам-пау-пау-пау-пау-пау. Пошла отсюда, мразь. И чё? О, ты убийца, ну ты убийца. Окей, ладно. Ну ты страшен, страшен, типок. Опасен, опасен. 3000 хп. Реген офигенный. Нормальный реген, 3000 хп. То есть мы уже, получается, в 5 слотов. У нас еще один слот свободный, потом максимум можно тревела купить. Ну дальше, конечно, можно было уже собрать нему вот этот Тарас Бульбу и все. И голову не ломать. Тарас Бульбу ему организовать по фасту. Мана есть, МП и... Ой, это ХП еще нужно. 3000 хп. О, Войд! Чё ты пришел? Ты здесь не нужен. БКБ. Прикиньте, Войд БКБ собрал, ДЦП. БКБ собрал ДЦП. Ему нахрен БКБ не нужен. Вот опять, видите, даггер сбивает мой. Ну чё, давайте, мужики, давайте. Энчантрес ливанула. Не выдержала душа поэта. Давайте, давайте. Ну, танкуйте. А, я же танк, точно. Мне вижна нет. Вижена нет. Ну, немножко сожгло маны, ладно. Фига, хорошо ты кинул, троих застанем. Кто Кирасу собрал? Джекира Кираса, ну что за бред? Ну давайте, давайте мы уже закончим игру. Довольно игру, думаю, интересная была игра для вас. Для меня это, опять же, лишние нервы. Бессмысленные абсолютно. О, пойдем, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пока, минусанул дурочку одну. Курочку рябу. Станчик, станчик, давайте, давайте, мужики, поехали. На тебе полбу, на чмо санное. И давайте начнем покупать уже Тарас Бульбу. Там в любом случае надо будет идти в магазине покупать. Ну все, вот такая вот у нас сборка. Можно было бы сделать гайд, но я говорю, сейчас у меня нет никакого желания делать гайды. Это очень много времени у меня уходит на это. Поэтому, если вам что-то нужно, учитесь на этом видео. Я вам показал сборку хорошую. Мы можем танковать, нас очень тяжело убить. Оп, 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 оп. Отключился от игры, правильно, ливанул и выключился. И нужно, я думаю, паузу поставить. Мы, наверное, надо подождать, когда они вернутся. Все, изи бритти!
Вот так вот, то есть прошлая игра у меня была за Легион Командера и сразу же еще один летсплей. Все, всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, поддержите меня морально, напишите, что Тима была оконченная в начале. Пятнадцать один. Нормально, пойдет. Все, подписывайтесь на канал, всем пока.